Всем привет! Сейчас привез корм попугаем. На своей машинке помощница. Вот Nissan Anet. Однотонник. Трехместный. Ну, эта машина очень сильно выручает в хозяйстве. Без нее хозяйство тяжко. Для семьи надо брать легковушку, а для хозяйства вот сколько я на ней тоже заработал. Перевозки разные. Вот привез, ладно, ну легковушку возьму, когда вот здесь построим дом для семьи, чтобы с семьей ездить. Вот залил я фундамент, на следующий год, дай бог, будем строить дом. Привез я, вот он, мешки, 350 килограмм вот такого зерноотхода, пшено. Ну и здесь разнотравие попугаем. Считай, три попугая оправдали вот этот корм на целый год. Даже на больше его хватит. Ну, четыре попугая я продал. И вот на эти деньги я купил корм на целый год. Так что, если есть возможность, попугаев очень выгодно держать. Если есть возможность доставать такой корм. И привез еще вот 55 килограмм овса. Тоже попугаем, кроликом. У меня там еще в запасе есть. Мешочки вот непростые, мешки здоровые. Ну, короче, вот этот здесь по 50 килограмм. Такие маленькие, которые от муки, от комбикормов, они намного меньше. А вот эти уже мощные, вот все здоровенные мешки. Отсев хороший, но в нем нет рапса, как в том году было. Здесь разнотравие большое. Здесь очень много разных семян. Ну, видов 5-6 точно есть. Попугаем, канарейкам, щеглам. Всей своей птицей. То, что будет оставаться, давать буду перепелкам, курям. От попугаев то, что будет оставаться, буду кормить перепелок. Немного есть вот мусор. Вот эти палочки. Его можно продуть под вентилятором или под ветром, если ветерок когда будет. Ну, а так он чистый, без пыли, ничего. Приятно пахнет. Поэтому вот так я заготавливаю корм на целый год, каждый год, чтобы не покупать ни магазинского, ни никакого. В магазине самая дешевая пачка, полкило, по-моему, рублей 50 стоит для попугаев. А этот ничем не хуже. Вот. Зато 8 рублей, да, цена его 8 рублей за килограмм, а вез 6,5 рублей за килограмм. Здесь у меня еще 200 килограмм, 4 мешка лишних, потому что знакомый голубятник попросил ему тоже килограмм 200 взять этого проса. Вон там документы, накладные, чеки, чтобы в дороге, если гаишники будут проверять, чтобы были на них документы. Сейчас уборочная, потому что без документов, если попадешься, будут проблемы. Вот он, видите, хороший корм, очень хороший. Так что попугаем. Я запасся корм на целый год, даже на больше. И считай, 4 попугая мне это все закупили. Это звонит. Ну ладно. Спасибо за просмотр. Всем пока. Скоро увидимся.